На Фурика силу в атаке или силу к камушке? Силу. Силу. Угу. А в синие гнезда? Сила выносливая. Опять же, что-то если у тебя капер по бой собраны. А РПБ сколько должно быть? 1400. 100%. Получается. Угу. Спасибо. На силу слишком не упирайся, если дамажить хочешь. Про ловкость не забывай. Угу. Но я думал, ты что ловко чмодом добирается. Чего еще раз? Ловкость чмодом, да, разве да, не да. добирается? Да, нонсет, ловкость. Кольца, пояс, перчатки, запа. Либо пояс можешь на силу взять за УД. Так, а ребут будет там, потом нас не будет выкидывать. Алло. Да не должен. Здорово. 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 Че, вы где? Бега? Да. Так, ну, этого мы бащим, блин. Надо на всех пяти персах собрать, вдруг что-то выпадет, блядь. Бать, этот моб жирный, блядь. Че, тогда не нужен? Ну, пока фул. То может еще буду собирать. Интересно, можно где-то глянуть, сколько баджей уже было ТТГшных? Мне интересно, сколько я уже потратил. Пол 4 трыни, блядь. Кольцо, блядь, с дыркой. Рецепты, чарки, блядь. Рероллы, нахуй. Баджики в обороте? То, что тысячи за две баджиков, это точно было уже. Надо ману хилам порезать. Поставь столик хилам, возьмите еду, поешьте.
Классно. Бурсты прожал, он мне стан дал. Так живем. Блять, я что тут самый красивый или что? По КД стана раздает. Походу так. Да это пиздец какой-то, а? Кто шем выбил, он тем стан и дает. Сейчас я с банка другую пуху достану. Сразу прекратится. Сейчас 3 минуты ребут. Ну, сейчас танка пуху возьму и буду пиздить его. А у нас один маг в Долоране вообще, да? Побоялся ребута. Ну все, ребутаемся. Так, а все зашли, кто там? Грузится. Шли-то все, мага нету. Чилит где-то. Какого мага? Под городе. В городе летает, ну, Равенин. Почему я? Нет, ты чё? Дэмку включите. Дэмку. Что, бебру? Бебру? Можно бебру. По бебру. Суманите меня. Пожалуйста. Пешком. Как снять? Я не знаю нахуй, как снять Чё-то мне кажется, блять, мы хуй убьём нахуй. А чё там? Ну потому что Рахан у нас не ДПСит, пивко тоже не ДПСит, жвачка тоже не ДПСит, и ещё они втроём тактику не знают. Шелфи робери. А вы уже пробовали? Держись толпы и не умирай, всё. Так при чем тут это? Ну, сейчас мы пойдём бить этого пидора центрального нахуй. Два хила не за... Ну я с вами уже бегала. Ну так два хила не захилят, кто за вас дамажить будет за троих? Короче, имейте в виду, если будем не убивать, придется вас менять. Опа. Ну раскидаешь, ты же еще будешь собирать, раскидаешь их по пачкам. Ну я не знаю, ну по пачкам, как вот сейчас, сейчас или тебе, или престом заходить, и ну потому что у тебя вар не дамажит. Он тебе не, ну, не даст сколько надо. Тебе вообще сюда варом нельзя этим. Чего? Потому что ты не даешь ничего ДПС. Вот эти два бича тоже ничего не дают. 238, как бы, блядь, рановато. Да, во-первых, рановато. Во-вторых, там два бича, они дамажат по 7000. Короче, ну, смотри. Давай сейчас перезайду на пристал. Да, потому что ты КД словишь, и будет вообще поебень. Варом сюда тебе нельзя, это раз. Второе, или ты сейчас престом похилишь. Ну и вот эти вот... Вот эти пивко, жвачка, я не знаю, если вы не будете пошли падать. Пошли бы обратно, блядь. Если вы не будете падать вообще, то может быть что-то мы еще убьем. Но это еще если Хэлла с Лантейлем захилят вдвоем. Ну я не знаю, вряд ли, наверное. Лантейле 30 тысяч маны. Че у него там, ну-ка. У меня ДЦ холиком. ДЦ. Хорошо. Тогда сейчас может Хэлла пойти в этого. Ага, скажи мне. В Лема. Это на этом только боссе. Ну а на остальных уже в 3 надо будет. Ты какой-то сегодня прям серьезный или грустный воит? Ну, серьезный, грустный, не знаю. Так. Голова не выпала, он расстроился. Угу.
Да ладно, задонать. Просто я не хочу вайпаться, когда он тут 5 часов в одном инсте, блядь. Кикнул тогда варчика моего спать. Ты заходишь на приста? Да, я сейчас партнулась Долоран. Подойти на приста. Вон Тейль, да, этого редлидера? Так. Ну если приз будет тогда с фиолетовой меткой. Помнишь же, где куда стать? Там, где собака. Понятно. Че, заходишь? Да, сейчас. Компьютер просто долго думает. Ну что там? Раздупляется наш, в принципе. Даже Олег не написал, что он вылил на этого босса. Ну что там у тебя? Что-то вообще пропало. Она из Дискорда вылетела вроде, нет? Давайте кто-то заходите тогда. Кто там? Кто пойдет? Шалфиром заходи, пристов нет. Сейчас зайду. Потом я пойду пристом, блядь. Хочу чарку. Сейчас. Вот сейчас нахуй пошлет. О, вы пошли в ТТГ. Всем привет. Привет. Здорово. У меня еще 5 персов, нахуй. Сейчас сходим еще, блядь. Надо хилить, еще 5 раз, да, сходим. Еще 5. Еще. Этот раз и еще 4 раза. Вот ты вообще спишь когда-нибудь? Да. Маш, как есть? Сон для слабаков, ты о чем? Да мы стоим. Вот же у нас не слабак, зачем ему сон? Еще 5 персов. Друлясно сдал, блядь, не знаю, где время выкроить на все. Прием, прием, связь есть? Прием, прием. Первый, первый, второй. Мы так подумали, сейчас пускай Шалфир сходит, а ты потом во второй какой-нибудь. Хорошо. Думаю, что не загрузилось. Почему? Войда просто 4 похода, поэтому ты сходишь. Лёхе обратно спекаться? Я не знаю, ну, получается, да. Это самое... Кто на фиолетовый постоит, Шалфир или МВП Хант?
Не, без разницы. Ну, пускай Ваня. Или может Хэлла даже. Я не, не смогу стрелять даже. О, привет, Рома. Ладно. Тогда шелфон фиолетовый. Там хуёво, конечно, фиолетовый, но... Вы смотрели? Где Равенин? Я здесь. Что понял? Идеальный день начинается. Верим. А вот это сегодня-завтра обычки, они одинаковые будут? Не знаю. Как дело пойдет? Чем больше за... Ну, чем быстрее и больше рейдов закроем, тем лучше. Если в двух экземплярах, то это будет идеально. То тогда сразу за ЕС пойдем. Так. Пойду первая... по канале, если побегаю. Первая пати налево. Дайте бафы. Да. Я просто с лапы раскидываю винера, блять. Заебись, придумали. Еще бы ШВ какой-то на рейд добавили. В курсах тебе придется менять ноги. Да. Когда-нибудь. Если, вы... если ты хочешь ревностного. Ну да. Вы там всю хуйню знаете, да, блядь? Кто тактику не знает, тот пидор. Блять. Осуждаем. Пидор, блин. То есть, одобряю. Ебать, что происходит, нахуй. Добавил качество текстурок, теперь пульсация, блять, как будто этот. Как будто... фонтаны, блядь. Гейзеры. Ну да, гейзеры. Гейзеры, нет, слово нет. Гей. Поэтому гейзеры. Я так говорю. Мы же толерантный народ, блядь. Смотри, вот на меня кинулась эта фиолетовая хуйня. Я прожимаю эту хуйню. Прожимаю дубовую кожу. То есть тот, кто сдохнет от гейзера, тот геем станет? Или хуже. Да. Так, немножко отведу. Верну обратно к стене. Так, отлично. Жалко, что медведь не хилится так же, как ДК. Не дал ни масла нам. Ни хуя. Да. Бейте как хотите. Доливайте оттуда, пошлите новое соберем. Берегитесь. Так, а мне надо... А я сдох, а чё за хуйня? Я понял, блядь. Тебя можно резнуть? Нет. Стец. Ну, ГЦ, блядь, хули. Ну-ка, кто, ну кто-нибудь щит возьмите. О, блядь, пиздой. Ясно. Кто там предлагал новое отобрать? Что это за вагон был? Кто, я вагон? Да не, там первый один сдох. Ты как хоть сдох, Слава, а? Да я не ебу нахуй, не хилят нихуя. Никакого уважения, сел на рыбу.
Че, Войт, у тебя тоже эта болезнь? Какая? На рыбу садиться. Сейчас диспелим. Селедка к селедке не липнет, хули. Это все, потому что лут не поставил. Вот сейчас нормально будет. Все, готовы? Ну, идите сюда. Первая пати. Блять, не пуляй. Что там делаешь? Я ж, наверное, не просто так не нажимал. Все, пуляй. Нигера нету еще? Вот по этому залмам пойдешь. Надо еще парочку ТТГ. Как раз ДРТ, да? Красава. ДК, хули, ТТГ 20 минут проходит вообще быстро. Только это ребут там все подпортил. Бегите или умрите. Да заебет эта собака, а? Заебет этот телефон, у кого там, блядь? Жуть, жуть! Давайте я, блядь, пожукаю вместо этого. Автоботы. Хули я стан словил, ебаный в рот. Вообще в ахуе, блядь. Кого, отойди чуть-чуть. Он не в 10. Он сейчас кости эти ебаные еще. Короче, ох, попрыгаю просто. Ебливая, тупая собака, блядь. Это она эти обходит, кости нахуй. Наебал, короче, нахуй. Похуй, так добьем. От чего? Ну, от того ешки. На всякий случай, им сдал. Не прохил. Так, шо там, ебать? Нихуя не выпало, я понял, нахуй. Жезл кому нифига надо? Нифига себе. Две пары тапок на Элема. Мне нужен жезл. О. Так. Алло, блядь, как дела, нахуй? Алло, чё это, СПД? Тапки? Кому надо тапки? Хэлла, да? Так, закидываем. Так, КД нарез, блядь. И вторые такие же, короче. Хэлла тоже закидываем. Пета закидываем. Можешь хулипалу дать. Хулипалу пета даем. Нет, в смысле тапки. Тапки, короче, у Хэлла. Если хулипал тебе надо эти тапки, то у Хэлла, короче. Нормальный старт КД. Я контракты собрал за 12 секунд. Так, захилите вдвоем или нет?
Давай проверим. Конечно. А вдруг захилите? Не, не захилит. Вдруг захилите. Понятно, хулидринг, тогда спекайся. Вот так, они не хотят хилить, сказали. Такс. Леха мне хочет уже третий спек, блядь, дособирать. А дайте еще раз столик жертвы возьму. Это что, мне опять? Мне теперь спекаться, да? Ну да. Я хилю, я не могу танчить. Охуенно, вы придумали. Да, придется. А что за хуйня, тыкнуть не могу? О. Все, я жру. Рыбу поставь. Рыбу. Последняя рыба, если что. Там, если потрясти, больше выпадет. За ноги. За ноги надо потрясти. Глядишь, чего извякнет. Там в двух словах расскажите, что здесь делать. Бить босса. Бить все. Босса и закрывать эти метки ебаные. Не метки, а тоже нет. Типа гей. Нет. Нет? Нет. Полипал пусть возьмет от темная, я третью ауру. Так, Эрпал что-то там пишет тебе. Тут протопал есть. Бастиллер готов, нет? Дрин готов. Ебать, давайте бить уже. Давайте отсчет. Так. Он сейчас бы напулил нахуй в дерево в твое. Было бы прикольно. Недолго, правда, прожил бы. Я бы в гильдии недолго прожил бы. Тоже как вариант. Берегитесь. Сука. Падайте нахуй. Пиздец какой-то, а? Там надо уже было сферу закрыть. Бен, работаем. Что там играешь? 15 минут, да? Угу. Пока рыбка стоит, последний давайте. Что-то жвачка с пивком ДПС такая параша у вас, блять, будет больше, нет? Ну, сочетание жвачка с пивком такое же. Да. Дайте этот, вкус. Дайте гильбанк. Всем привет. Здорово. Здорово. Куп. Так, кидайте обмен на сапроты. Ой, нихуя ты упал, блядь, за раз, нахуй, тебя даже не отхилить. Да, блядь, конечно, ну, я потому что на сфере стоял, надо было хилить. Ну, я видел, так я и хилю, такой смотрю, бах, и даже, блядь, нихуя. Да там не фул, просто пол хп было, надо было поднять до этого еще. Упало, я не знаю, Т4 есть, нет? Т4 вроде. Вот. Упало 2. А, 2? Т4. Нет, 4-4. 4-4, что-то. Да? Да. А, у этого, да, в этот в кару кто с нами ходил. Нас. Так я ж перчатки выбила. Сапроты, пейте, берите, блять, у меня. Кто не взял еще?
И тапочки не лишние будут. Кто еще сопроты не взял? Хэллоу, дай. Подойти, а хрен дозвонишься. О. Лапу бафни. Спасибо. Так, все сопроты взяли. Вставайте сами, закрывайте нахуй, или магии, или что, блять. Просто прилетела эта хуйня в меня. Сейчас еще раз прилетит, я просто выйду с нее, блять. И убью всех. Да. Ну и кто-то, чтоб зашел. Ключ один. Ага. Сверху. На ханта. Так, перевели. Их убегать надо, да? Да, лужа. Хлопай скидывает. Их по одному. Я хуй знаю, правильно сделал? Лёха, давай. Всё правильно, хуярь. Ну нет, неправильно, эту вынесли проклятие. МВП Ханшел Фирован Тельбин Стиллер. Вышли с бубликов, чтобы вас хилить можно было. Вот. Эту захиливаем. Вышли опять с проклятиями. Пивко вышел. О, молодец. Все, вышли с бубликов. Стали недалеко от бубликов. Готовимся, может быть, этот... Вот, готовимся. Давай, массейв, заходим в бублики. Зашли в бублики, сука, быстрее сдохните сейчас. Ну, ГЦ нахуй. Выходим. Еле-еле, блядь. Так, что там на меня что-то? Ну-ка. Хуйня ебаная. Я понял, блядь. Жезл второй надо? Да, блядь, я буду забирать нахуй, хули. Да, давай на распыл. А, второй. Ну, дашь там на распыл. Так, а это что? Какой-то грудак обоссанный. Заберу в коллекцию, блядь. Так, грудак. Молот праведник. Если грудак не нужен никому, дайте мне на этого, на танк. На танк. Не нужен никому на танк. Так, давай. Тогда даем лантель, да? Угу. Буш танком. Ну, там, кстати, чарка сразу упала, та, которая надо. А. Почему бы и нет? Сейчас, короче, так же хилим. И сейчас такая особенность. У нас диспелить могут 3 человека. Хулидринг, Шелфир, Лантель. Это означает, диспелить надо сначала, потом уже все остальное делать. Если не диспелить, то люди будут получать увеличивающийся урон и умрут. Метки уносить. Я тогда уже потанчу. Я сам себя диспелить буду. Они задиспеливают. Самое главное, отворачиваться не забывайте. Выносить метки право-лево и все. Костя, давай это бочком к нам. Боком поставь его. Да, если у нас кто-то разольет, у нас, ну, в рейнже зоне, и такой вот зигзагом, типа, отведешь его просто и все.
Давай по кругу будем ходить, поставлю ну, на себя метку. Просто вот где мы стоим, там разольем лужу и пойдем дальше за меткой. А вот, с угла и пошли. Вот от ворот начнем, короче, это. Так, надо бафнуть, да? Рыба. Здесь, сука, что-то выпадет тут на меня. Заебала эта хуйня уже. А что ты себе хочешь? Да, этот ревностный я хочу себе на мишку. Ага. Это приоритет, что я хочу. На всех танков. Ну да, если ты не паладин, то лучше такую замутить чарку. Да я и на паладина ну, хочу. Кстати, ка ревностный на друида может только на поясе выпасть. 4, 3, 2, 1. Первые метки тут появятся, тут их оставляем и идем дальше за звездой и все. Метки оставляем, остальные за звездой пошли. Пивко, блядь! Пивко, ты что, пивко, блядь, выпил? Сука, чего там у него? Отведи чуть. Пивко, сука, отвернулись. Сказал метки оставить. Пять, пивко нахуй, ты что отворачиваться не умеешь, сука, спиной к боссу. Оставили метки и пошли за звездой. За звездой. Пивко. Алло, нахуй, пиво, блядь. Двигаемся и стоим в звезде все в одной точке, чтобы масс диспел легко давать было. Вот, отлично. А что с боссом происходит? А, нормально. Метки оставили, идите туда дальше, сейчас я к вам приду. Да, пивко вам насрет. Засрал. Да. Спасибо. Сука, пиво нахуй. Ты будешь отворачиваться от. Ну, от. Ну, блять, алло, нахуй, пиво, блять. Блять, нормально блядь. Скажи, что с этой, блять, с лужами делать? Их выносить или, блять? Да, оставлять? Выносить! Ну крестик, череп повешался. Ты видишь, люди выносят, нахуй. Ты можешь. Так ты нахуй тогда говоришь, метки, блять, оставить, ёбаный. Да это для РДД. Блять, ты не понимаешь, ну, вот они. Мы стоим и оставляем их и идем дальше. Все, все, ну, блять, ну. Все, понял. Вернулись. Ты когда куда-то в неизвестное место приходишь, ты просто не бей и смотри, что происходит, и потом уже все поймешь. Я-то ходил, блядь, там по часовой стрелке все нахуй. Да как это... лужи разносить, это пиздец. Это вообще очко. А как мы лужи разносим? Пошли это. Пошли налево, за... Да. За звездой идите. Давайте тут встанем. Там босс где-то в очке. Вот метка выноси. Я нахуй его бы выбрал. Я тыкаю вообще, что попало на этом, на хиле. А почему босс так хуёво стоит? А вот, я вам его подводил. Да просто он мне прям, я стою к нему спиной, он мне прям в камеру. Вот метки мы отнесем к воротам, и потом я к вам вернусь. Вот отнесли. Тут же насрали, где не попадя, везде. Блять, Равения, нахуй, что у тебя, ну, не хватает мозга, да, с зеленого говна выйти? Ёбаный по голове, блядь. Метки вот. Вы умрёте. Хант, нахуй. Чё, блядь? Повернуться нельзя. Все в один кем встаньте, РДД. Чё, у него там половина ещё, да? 40%. Равение на весь. Давай я Геру дам. Так, метка на мне выношу. Дай, там, кого подняли. Так. Поехали, короче. Вернулись. Ебать, охуеешь. Короче, выноси пиво, пошли. Выноси пиво, выноси пиво, выноси. Пиво вынес? Красава. Да. Ну и все, видишь, нихуя сложного. Так я-то знаю просто, блядь. Нахера ты РДДшником засрал всю зуму? Да похуй. Поебать, другую сторону. Миликом. Так, выносим. Так, дубовая КД. Сука, что делать? Надо себя хилить как-то. Чуть не сдох, блядь. Слава, давай направо уйдем тут, блядь. Да, куда а хотите. К двери, к двери. Куда хотите, уходите, похуй. Так, выносим метки. Так, блядь, босс что-то не бьется совсем, ДПС говно. Вот, блядь, ГЦ Равения, ну почему так, нахуй? А вы не диспелите магию, там люди умирают, только дамага духа я получаю. Диспелите? Я походу не диспелил.
Ну, диспель хули делать. Ну, диспель. Я до кого дотягусь, диспель. Он Тейли хилить надо. Диспель, потому что если не диспелишь, мы подохнем. Там дамаг увеличивается. 4, 3, 2, 1. Так, метки. Берегитесь. А, вот, все, сдох. Надо дамажить. Да. Пассива нет. Ёбаный в рот, блять. Дай мне эти запы. Всякая хуйня выпала. Да. Может, засупишь? Вот это. А зачем тебе эти запы, Костя? Ну, вторую чарку хотел паролить. Ага. Ну там просто чарка, видишь, ну, она не давай, общая, она да. ДКшная чисто. Ну, лучше ДКшнику, конечно. Ну да, у него там весь 45-е. Так, что это, кольчу? Грудь какая-то, блядь, надо кому-то вообще? Ну, хапалу отдай. Хапалу. Хапалу, хапалу Т4. Хапалу шел. Ну тогда на распыл, тогда Костя отдай холидринку. О, я бы дистиллер уже отдал, ладно. А вот это без разницы. АРП крит, ну надо кому-то дробящее Ледринкову на трансмок. Блять, нихуя не выпало, просто нахуй мы сюда ходили. Не знаю. Я за жетонами ходил. Ой, ты в следующий раз в будущее сгоняй, короче, узнай, упадет или не упадет. На натуре, блять, чтобы другим персонам